академику Наиму Каримову, внесшему большой вклад в развитие науки нашей страны и подготовку квалифицированных специалистов, исполнилось 90 лет. В этой связи глава нашего государства подписал указ о присвоении Наиму Каримову почетного звания. Один из ярких представителей узбекской литературы, заслуженный деятель науки Наим Каримов, посвятил свою жизнь творческой деятельности, служению Родине. Он прошел интересный и пропитанный глубоким смыслом путь от студента, аспиранта вуза до академика Академии наук Узбекистана. И каждое его слово пронизано особой любовью к этому удивительному миру литературы, народу, родной земле. В связи с 90-летием со дня рождения научного деятеля Наима Каримова в Институте узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук состоялась международная научно-теоретическая конференция на тему «Актуальные вопросы узбекского литературоведения». В нем, в частности, приняли участие ученые-литературоведы, поэты и писатели, посредством платформы Zoom, профессоры, представители зарубежных творческих научных кругов, молодежь. Отмечался важный вклад Наима Каримова в развитие узбекской литературы, оценки творческого процесса, содержательного и уникального, что не только поражает своей многогранностью, но и открывает новые перспективы в творчестве. За каждой мыслью и каждой строчкой большой и кропотливый труд, насыщенная исследовательская работа, направленная на возрождение исторической справедливости, настоящей ценности творческого наследия наших великих предков, мечтавших и писавших о свободе и процветании, которые определяют современный путь развития нового Узбекистана. Известный писатель и ученый, доктор филологических наук, профессор, автор научных и популярных произведений, лауреат Государственной премии имени Беруни за заслуги увековечения жертв репрессий удостоен звания Эль-Юрт Хурмате. В рамках мероприятия советником президента Республики Узбекистан Хайреддином Султоновым были зачитаны поздравления руководителя страны в связи с 90-летием со дня рождения ученого и указ президента о присвоении Наиму Каримову почетного звания Узбекистан Республикасы Хызмат Курсаткан Ёшлар Мурабисе, которому в торжественной обстановке вручили высокую государственную награду. Это для меня, конечно, большая оценка нашего президента. Награждение им не одной, а двумя премиями. Это, конечно, большая оценка моего труда и моей деятельности. Я благодарен всегда нашим руководствам, нашим, особенно нашим президентам Шавкату Мирамановичу. Научные исследования Наима Каримова связаны в основном с изучением узбекской литературы 20 века, творчество писателей джадидов. Написал более 10 книг, свыше 100 статей. Его доклады представлялись в рамках различных конференций и симпозиумов. Наим Каримов принял активное участие и содействовал как научный руководитель в издании 20-томника Айбека, 10-томника Хамида Алимджана, 12-томника Гафура Гуляма. Сегодняшнее мероприятие является результатом целенаправленной политики нашего государства, которая всесторонне стимулирует науку, ученых и деятелей культуры. В одной из конференций, посвященной изучению узбекской литературы, была представлена книга Наима Каримова, посвященная изучению Мертимира. Я была поражена тем объемом работы, который проделал Наим Каримов. И он проделал такую громадную работу, обширную работу не только по одному поэту, а практически по всем представителям литературы 20 века, будь то Абдулла Кахар, будь то Абдулла Кадри, будь то Айбек или же другие представители. Его вся деятельность, особенно его взлет, можно сказать, это приходит во время независимости. Его произведения написаны о Чулпане, о Махшайзаде, об Усман Насире. Сегодня праздник узбекского литературоведения. Наим Каримов приложил много усилий при основании мемориального комплекса «Шахитлар Хотрасы» и музея «Хатагон Курбонлар Хотрасы». Процесс создания музея памяти жертв репрессий потребовал немало усилий. Нелегко было найти фотографии, рукописи, документы и другие экспонаты тех времен. Участники конференции говорили о многогранном творчестве Наима Каримова, его весомом вкладе в развитие узбекской литературы. С большим воодушевлением подчеркивалось то большое внимание, которое оказывается президентом Узбекистана науке, литературе, что еще больше стимулирует творческий процесс.